Глава 14 второй книги Паральпоменон. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. Во дни его покоилась земля 10 лет, и делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: «Построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон, и стали строить и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, а из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, ефиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши, и воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим.